best in the world anti-aircraft complex. But I want to pay your attention here because старый друг лучше новых двух. Это правило Украина усвоила как нельзя лучше. И очередной визит британского премьера Бориса Джонсона тому подтверждение. Мы готовы продолжать то, что мы делали с самого начала. Предоставлять оружие и предоставлять подготовку по его использованию. Благодаря этому Украина сможет сделать то, чего на самом деле хотят украинцы. Выгнать агрессора из своей страны. Выбивать агрессора станет легче, ведь Британия передаст Украине 2 с лишним десятка американских самоходных арт-установок М-109. Эта гаубица стоит на вооружении во всех странах НАТО, проверенные временем. Тем не менее, эти самоходные машины модернизировались в целом 8 раз. Современные системы наведения, повышенная дальность стрельбы и проходимость. Помимо этого, с боеприпасами к М-109 наверняка проблем не будет. Ведь эта установка стреляет буквально всеми типами снарядов своего калибра. Она позволяет вести огонь достаточно широким спектром боеприпасов. Если я не ошибаюсь, 6 или 8 типов различных боеприпасов, включая так называемые активно-реактивные снаряды, что позволяет увеличивать дистанцию огня с эффективных 18-22 километров и аж до 30 километров, что очень важно, особенно сейчас. В условиях, к примеру, возвращения Херсона М-109 могут сыграть важную роль. Украинские войска продолжают контрнаступление и уже в 10 километрах от города. Например, чтобы разбить там тыл российской группировки, лучшего вооружения сложно представить. М-109 способна уничтожить живую силу противника, бронированную технику и даже современный танк. Гаубица оборудована автоматической системой управления огнем с баллистическим вычислителем. Компьютер учитывает буквально все, от скорости ветра до уровня давления. Также присутствует резервная система наведения, если основную выведут из строя. Во-первых, это самоходная гаубица. То есть они могут перемещаться самостоятельно, то есть изменять позиции, что в нашей динамичной войне это чрезвычайно важно. Другое, что они имеют достаточно высокую скорострельность, по-моему, до 4 или 5 выстрелов в минуту, что тоже очень важно. Система очень быстро перенастраивается, она достаточно легко и просто управляется, и таким образом она является, вы знаете, более такой интеллектуальный вид оружия по сравнению с, ну, можно уже сказать, древними гаубицами, которые используются российской армией. В комплексе с нашей системой разведки и корректировки огня арт-установка М-109 – это очень грозное оружие. А официальная формулировка Британии – более 20 единиц.